Вот на нашем пути встретился еще один дотик. И по всей видимости есть возможность сюда войти, несмотря на то, что он с кирпича. Но это такие временные препятствия. Наверняка он уже стал общественным туалетом. Фу, бля, точно. Туда даже заходить не могу быть. Вот, ну так, в любом случае. В любом случае он есть. И слава богу, что сюда не зашли немцы. Тут бы, наверное, вся бы Германия отбросила копыта на территории Великобритании. Смотрите, война закончилась 71 год назад, но никто не разбирает на кирпичи доты, которые поросли травой, кустарниками, но напоминают потомкам и нам, живущим сегодня, что когда-то было очень и очень тяжело. Ну, еще неизвестно, что будет завтра, но мы продолжаем нашу прогулочку по побережью полноводной реки. Будни речечки, смотрите, вот так отдыхают себе люди. И ничего зазорного в этом нету. Это спокойная английская жизнь, классно так. У меня пока нету шансов на такие варианты, но это одна из манеров отдыха.